Мы остановились в небольшом отеле «Регина» в 12 километрах от Влёры. Песчано-галечный пляж отеля находится всего в 20 метрах от его корпуса. На пляж удобно ходить по мостику, проложенному над дорогой. С этого мостика прекрасный вид на море и полуостров Карабурун. Зонтики и лежаки на пляже бесплатные. Сегодня море неспокойное, но плавать можно. Там, в прибрежной полосе, была галька, которая создавала дискомфорт при вхождении в море. Рядом был пляж отеля «Пикассо», где были специальные ступеньки и поручни для вхождения в море. В последующие дни мы пользовались только этим пляжем. Thank you.
Yeah.